защищать мой дом, мою семью. Я же не пошел куда-то там воевать на передовую. Я защищаю свой дом, я защищаю свою жену, своих детей, своих близких. Есть много гадов, которые пытаются на этом нажиться, мародеров. Мы помогаем людям. Ну, как это, почему? Потому что это мой долг. Я должен это, я мужчина. What are you prepared to do? Are you going to be prepared to take a life? Но если мою жизнь захотят забрать, или жизнь моих близких, то мне придется это сделать. Я не хочу этого. Я не хочу стрелять, я не хочу никого убивать. Но если будут убивать меня, у меня не будет выбора. The situation for so many of you there now must be just terrifying. How afraid are you? Езда не страшно уже. На самом деле, я тебе скажу, может, это будет как-то лирически выглядеть или еще что-то, но моя душа принадлежит Господу Богу. А тело мое и честь моя, она принадлежит моей стране, моей семье. Так вот, нет никакого страха, абсолютно нет никакого страха. Есть просто недоумение, как такое может быть в 21 веке.